Наши аплодисменты просто замечательно делать. И цветы, конечно, аплодисменты не стихают. Вы все просто замечательно, ребята. Сегодня на этом необычном концерте я хотела бы рассказать о Елизавете так много. Ну вот, получилось не так много, как хотелось. Хотелось бы сказать, что она такая же грациозная и одухотворенная, как коронованная особа. Артистичная и чувственная, как драматическая актриса. Но об этом Лиза нам сама рассказала в своих песнях. Я лишь хочу напомнить Елизавете то главное напутствие, о котором ей всегда говорилось. Если Бог дал тебе талант, нельзя им не воспользоваться. Нужно сделать все для того, чтобы мир был лучше. Если же не воспользуешься своим талантом, отвечать придется не перед людьми, а перед Богом. Наши аплодисменты. Я знаю, раз
Thank you.
сожалению, сегодняшний концерт подошел к концу. От имени Елизаветы я благодарю всех-всех вас, дорогие зрители, за аплодисменты, за улыбки, за хорошее настроение, за то, что вы были сегодня с нами. Лизочка, пой, твори и двигайся туда, куда приводят мечты. Поаплодируйте еще.